Лучшие из лучших студентов высших учебных заведений города и области собрались здесь, чтобы пройти испытание творчеством, эрудицией и фантазией и побороться за звание студента года 2021. Каждый из участников прошел серьезный отбор в своей альма-матер. На каждом лежит ответственность не только за личный успех, но и за успех вуза. Серафим Бернацкий – студент сразу двух факультетов Брестского университета имени Пушкина – филологического и иностранных языков. Говорит, главное не победа, ведь каждый, стоящий на этой сцене, уже победитель, прежде всего своих внутренних страхов. Для меня в этом конкурсе участвовать значит многое, потому что каждую свою победу я посвящаю своей семье. Для меня два главных ориентира в жизни – это вера и моя семья. И именно поэтому они сейчас сидят в зале и очень волнуются за меня, и это волнение передается мне. И еще много моих друзей пришло меня поддержать, и мне это, конечно же, очень приятно. 7 студентов из 4 вузов области перед тем, как выйти на сцену, прошли серьезные испытания. Защита проектов, открытый диалог и долгие изнурительные репетиции. Все для того, чтобы представить перед компетентным жюри свой университет и заслужить право называться студентом года. Те, кто в свое время прошел через конкурс и стал победителем, отмечают, это нелегкое испытание, но оно открывает новые возможности. Конкурс «Студент года» дает возможность открыть те таланты, которые до этого у тебя не было возможности раскрыть. Это сцена, это люди, это внимание, это энергия, которая двигает тебя на какие-то поступки. Чтобы победить, студент должен быть разносторонне развит. Каждому из участников предстояло показать видеовизитку, презентовать себя в любой творческой форме, проявить эрудицию в интеллектуальном и ораторском конкурсах, а также блеснуть творчески. Помимо оценок жюри, было запущено и онлайн-голосование на звание «Студент года онлайн». Студенчество – это, наверное, самая такая лучшая пора человека. Вот. И, скажем так, здесь ребята могут себя раскрыть не только в учебной деятельности, но и свой творческий, раскрыть свой потенциал. И очень здорово, что ребята действительно лидеры. И я хочу сказать, что вот это лидерство, оно направлено на конструктивное мышление, то есть студента, на конструктивные действия. Каждый из участников показал себя достойно, однако победитель, как и полагается, один. Им стал студент инженерного факультета Барановичского государственного университета Алексей Коржик. Вместе с ним на республиканском этапе Брещину представят Анна Ковш из Полесского и Ангелина Кислощенкова из Брестского государственного университета, занявшие почетные 2-е и 3-е места. Екатерина Косынюк, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест». Летит на ту, чтобы где попало очутиться и покорить любую высоту.